Начало трудовой недели в Красноярске будет относительно теплым, хотя ночные температуры опускаются все ниже. Сегодня ночью будет всего 2 градуса тепла. Днем во вторник температура воздуха поднимется до плюс 19. В среду еще теплее, до плюс 21, но ночью всего плюс 3. В четверг пройдет дождь, плюс 19 днем и плюс 8 ночью. В пятницу еще холоднее, днем воздух прогреется всего до 15 тепла. Ждать бабьего лета не стоит и в выходные, в субботу плюс 16, а вот воскресенье обещает плюс 20 и солнце.